Всем привет, и это 12 миссий за медика. Так, ну что, попробуем пройти. Давайте, вот в этом городке. Нам нужна пожарка и скорая помощь в Поломино Крик, прямо сейчас! Теперь расслабься, мудак, люди умирают каждый день! Пошел ты! Нормально так работают они. Садитесь. Угу. Теперь двое. Я дверь, видите, вышиб специально, чтобы они не теряли времени, открывая их. Давай, давай, давай. Сообщение, поступающее о серьезном 1087 в западном Рокшир. Повторяю, 1087 в западном Рокшир. Что это сейчас такое? Ну как? Двое сразу полицейских. Давай, садись. И ты садись. И мы, короче, не тратим время, что пока они открывают двери. Какая же движуха тут. У нас есть проблемы в Истербейзен. Сообщение о 1073 и 1005 прямо сейчас. Но движение тут только. Так, а мне добавлять время, пока я их отвожу? Садись. Садись. Ё-мать моя женщина, ты что так медленно? У нас есть настоящая проблема. Внутренние споры в западном Кингс. Я бы не сказал бы, что у нас прям машина заполнена. Есть один, кстати, лайфхак, ребят, как можно, чтобы они вылазили и засчитывалось, нужно переворачиваться. Тогда они будут вылазить, и игра будет думать, что они, в принципе, еще в машине сидят. Так, куда? Давай, давай, чувак. Чувак, это рэпчик. Но я не хочу переворачивать машину. У нас 10.37 в El Castol del Diablo. Выглядит серьезно. Боюсь, что потом я тупо просто не переверну назад машину. Или она задымится, или загорится еще. Не дай бог. Блин, добавляли бы время еще, что я привожу их сюда. Машина мне уже, кстати, дымится. Опасливо. И... Блядь, какая же ты медленная постарушка. ...10.21 возле аэропорта Истербей. Сохраняйте контроль, я еду. Так, мне главное, старушка, чтобы не попадалась. Блин, я ж поворачивал. Что, он плохо слушается? Главное, старушка не попадалась, потому что она еще медленно. У нас есть 1070 в Дуэрти. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. У нас серьезные проблемы в Маркет. Не кажется ли, когда я отвожу, с минуты начинается обратный отчет?
Так, давайте вот этого чувака заберем, который тут слева, он тут один. И? А, сзади забол. Мне нужно 5 машин, чтобы выйти на рынок прямо сейчас. У нас есть 1088 на западе Уинстона. Очень серьезно. Что это 1088? Теракт? Можно, конечно, сирену включить, чтобы мне еще машины пропускали, но она быстро надоест. Нет, какой назад, ну ладно. Чувак, давай садись. И? Чувак, давай. Так, значит... У нас есть 1070 на площади Першинг. Не волнуйтесь, слишком много об этом не говорят. Счастящим. Для маленького городка чересчур много движухи автомобилей. Сейчас надо посмотреть, смотрите, у меня с минуты начнется. Ага, да. Каждый раз с минуты начинается, при том заметьте. Так, ты садись сюда, слева. А вы потом. Отчет от 10.37 в Лос-Флорес. Нужна пожарная машина и скорая помощь. Сохраняйте контроль. Две минуты, в принципе, нифига, уже с двух минут. Так, давай, давай, чувак. У нас есть 10.37 в Айроне Бич. Нужна скорая помощь. Там 10.75, где-то рядом с аэропортом Истер Бейзен. 10.75. Блин, чувак, ты один остался, да? Только не видишь, что с минуты начнут? Чего там было написано? Человек сломлен? Что ж вы в этот городок все едете? Садись, садись. Там 10.53 в Эль Корона. Эль Короно, я так потому что... Мы получили что? Сообщение о серьезной деятельности банды в Джефферсон. Кстати, не, вроде тогда что дымил, сейчас не дымит. Ощущение, как будто он сам починился. Опять с минуты, блин. Я, вы мне до этого две минуты давали. Или две минуты вы мне сейчас дали, походу, после первого. Сообщение поступает в 10.45 возле тоннеля Бейсайд. Угу. Так, дальних тогда. С дальних я возьму. Вот этих троих. Цыганка какая-то. Блин, я был бы водителем, я сюда 50 человек бы впихнул, если честно. Ты, а ты чё задом ехал? Мы получили сообщение о 1081. Это 1081, прием. А, 1081. Я думал 1082, но... Get out of my way!
Так, что? Садись. Ну, в принципе, потихоньку выполняем мы. Так, а ты где, женщина? Для больной ты чересчур быстро бегаешь. Перестрелка, главное меня. У нас меня есть 10.53 в Парадизо. Нам нужна пожарная машина. Пожарную мы еще будем с вами проходить. Так, давай дальних возьмем сначала. Цыганка. Эта цыганка второй раз тут притом на этом повороте сидит. А нет, вот тут была цыганка. Так, и вот того дальнего возьмем. Ну, приезжай, зеленый же. У нас есть 1071 в районе карьера Хантер. Кто-нибудь поблизости, отзовитесь. Там 10.37, недалеко от пересечения Малхуланд. Это выглядит серьезно. Установите контроль и ждите меня. Ты весь день сидишь за столом, ведешь себя как большой человек. Пошел ты, сам пошел. Че он не садится? А, машина переполнена. Я что-то не обратил внимания, когда я троих посадил. Третьего. Ничего страшного, что я их давлю. Все равно. А что она руки подняла? Что, женщина? При виде скорой руки поднимаешь? Там серия 1021 в северной части Red Country. Могу я взять там машину? Ну и последний чел остался. Хотя можно было вот этого тоже оставить. Двоих сразу. Все, можно не спешить. У нас целых 2 минуты все равно. Сейчас все равно минуту дадут. Чего, лесбух? Что за лесбух? Так. Столб, конечно, неудобный. У нас есть что-то вообще вроде инцидента в Блуберри со стиральной машинкой. Чего? Такой, брат, я застрял. Такая, в стиральной машинке вызови скорую. Это, они там снимают порнофильм. Ну, 2 уровня осталось, в принципе, 15 минут тратим мы на выполнение медиков. Это как бы хорошо. У нас есть 10.57 в Гантоне. У нас есть внутренний спор в западном Кингс. Так, куда? Слушай, интересно, если пожарку тут проходить в этом городе. Раз. Ага, по 2 человека лучше сейчас. У нас есть 10.43 на востоке Испланды. У нас есть какая-то проблема в тоннеле Бейсайд. Так, или смысл разницы нет, да? Типа 3 человека отвезу за раз и потом одного. Я бы что-то подумал, по 2 человека сейчас забрать, но смысла нет от этого.
Ты садись, ты что? Там 1091, Чайнатауне. Какой Чайнатаун? Чайнатаун Сан-Фьерро, болван. Пять тысяч, кстати, смотрите, заработали мы. Так, первый главный троих человек завести, чтобы 2 минуты давали. Так, давай. 10:21 возле аэропорта Истер Бэй. А потом уже, в принципе, не сохраняйте важно. Контроль, я еду. Потом уже времени на все хватает. Цыганка, давай быстрее. Или ты не цыганка, ты просто старая женщина в платье. Извини, конечно, что это цыганкой. Там 10:24 в Дойерти, по-моему, что-то связано с наркотой. Установите контроль, я сейчас там буду. Ничего не предпринимайте без меня. Так, и не все выкуривайте без меня. Оставьте мне чуть-чуть. Так, это какая-то путана. А ты что туда не села? Она поняла, да? А, потому что там сидит женщина. Женщина, ну когда успели? Я что, почему-то двоих только увидел, что забрал. Когда третьего? Что-то происходит. У нас есть настоящая проблема. Внутренние споры в западном Кингс. Слушай, а если я раздавлю случайно, это будет же провал, да? О, это будет жесть дойти до 11 и случайно вот так убить. Человек, ты что? Ты же видишь, стоит скорая, он прямо на скорую поехал, нет, объехать бы ее. Блин, это стоп, сколько его сношу? Он сколько тут появляется? Ух ты, тут броник лежит. Блин, надо запомнить место. У нас 10:37 в El Castol del Diablo. Выглядит серьезно. Так, ну и последний. Да. Так, давайте я сначала ближайших возьму, чтобы у меня минуту дали мне. Что я почему-то очкую, когда вот мало времени остается. Так, вот туда броник лежит. Мне нужно 5 машин, чтобы выйти на рынок прямо сейчас. У нас есть 10:88 на западе Уинстона. Очень серьезно. Тут, кстати, походу, что тут серьезно, если 5 машин. Чувак. Сволочь, давай быстрее. Где? Нет, где, блин, твою ж. Вот это мне только сейчас не хватало, да. Чтобы они меня еще арестовали. У нас есть 10:72 в Малхоланд. Пришлите скорую помощь. Терпите, чуваки. Везу вас.
Так, пойду я, наверное, дальних возьму. Те, которые на трассе стоят там. У нас есть 10.57 в округе Боун. Вот этих чувачков, да? Ты сюда? Так, я почему-то троих тут видел. Так, ага, третий понял, где. Но мы вот этого, наверное, заберем. Все, последние трое осталось. У нас проблемы в Ист-Бич. Есть 10.19 в Изумрудном острове. Все. Чувак, давай. Так, девушка, садитесь. Город про этих заброшенных машин. Ну тут, кстати, полицейские напали вот на этого водителя. Он бедолагу убежал, машину бросил. У нас какая-то проблема. Миссия завершена. 5000 еще 5 едали. Твой максимальный уровень здоровья повышен. Ребята, это было побочные квесты с медиками. Мы сделали еще на один шаг ближе, мы стали к прохождению 100% прохождения GTA San Andreas. Фух, всем спасибо, всем счастья, здоровья. Так, покажу на карте, где я проходил. Если может кому, кто будет проходить, то в принципе, чтобы по всему городу не ездить, вот поэтому, допустим, чтобы тут, можете вот. Пожарников я пока не знаю, куда еще, где буду проходить. Просто я думаю, если пожарник буду проходить, а вдруг тут, прикиньте, машина загорится. Ё-моё, сколько ехать придется. Я даже не знаю, где лучше, в городе, либо тут. Но я попробую сюда приехать, посмотреть, как вообще будет кидать по пожарам. Давайте, ребят, ритуальчик узнайте, лайк, подписки и комменты, смея видосик. Не болейте, не чихайте, всем хорошего настроения и всем пока.